Так интенсивно и въедливо ярославские дороги еще не делали никогда. Дает о себе знать постоянный контроль. Ведь проект «Безопасные и качественные дороги» — федеральные задачи, большие, ответственность не меньше. Прораб подрядной организации контролирует каждый метр укладки асфальта, измеряет температуру свежего покрытия, толщину финишного слоя. Ремонт дороги идет на Первой шоссейной и на Клубной. Дорожного преображения жители Заволжского района ждали 20 лет. Работаем по технологии. Изначально мы очищаем основание от пыли и грязи, потом происходит разлив битумной эмульсии. После этого, где-то в течение часа, мы ждем, пока эмульсия разлагается на определенные компоненты, чтобы была вязкость материала вверх-снизу. Затем начинаем, производим укладку асфальта. Ярославские водители уже смогли оценить качество работы этого подрядчика. Фирма ремонтирует дороги и в других районах города. Непривычно ровное полотно заметно простому обывателю. Еще до приезда комиссии из мэрии руководитель работ проводит собственные замеры. В течение последующих двух недель данная улица, шоссейная и клубная, будут введены в эксплуатацию. В данный момент на участке дороги проходит укладка основного слоя. Поребрик установлен. Остается сделать обочины. Местным асфальтовым заводам подрядчик не доверяет. Сырье возит аж из Углича. Возит по специальной технологии. Так, чтобы даже за 2 часа пути асфальт не успевал остывать. Работы на Первой шоссейной планируют закончить до конца лета. Дорожники просят водителей отнестись с пониманием к временным трудностям. Не заезжать на уложенный асфальт. Дорожные строители обещают. В этом случае полотно простоит не меньше 10 лет. Юрий Кораблев, Денис Ромашов. День в событиях.